Путь длиной в 45 лет. От небольшого помещения до отдельно стоящего здания с книжным фондом более 100 тысяч экземпляров прошла Десногорская библиотека. Все это время она была не только информационным центром, но и местом дружеских встреч, тематических мероприятий и праздников. Исключением не стал вечер 6 февраля. Сегодня празднуем юбилей библиотеки, которая, считайте, является ровесницей города и на протяжении всего его становления шла рядом и помогала первостроителям, их детям, их внукам, всем нам в том, чтобы этот город развивался. Отметить юбилей библиотеки пришли многочисленные друзья учреждения. Среди них представители администрации Десногорска, сотрудники предприятий города, творческие коллективы и общественные организации. Ну как может быть библиотека учреждением? Это храм на самом деле. Это вот, поэтому библиотека не учреждение, библиотека это вот как раз храм, хранилище, знания. Источник знаний. Коллективу библиотеки были вручены благодарственные письма за добросовестный труд и большой вклад в библиотечное дело. В том числе, благодаря преданным своему делу людям, учреждение продолжает оставаться одним из культурных и общественных центров Атомграда. Спасибо всем нашим друзьям, всем нашим коллегам, нашей команде, всем нашим самым добрым-добрым людям, кто любит, помнит, знает. И о библиотеке, и о работниках, и о том, как библиотека понимает, как библиотека должна жить. Теплая атмосфера библиотеки в этот раз была еще и по-особенному праздничной. И нет сомнений, что несмотря на цифровой 21 век, библиотечное дело будет жить и дальше. Ведь уютное ощущение от книги в руках не заменит ни один гаджет. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.